Перекресток Ленина и Карла Маркса. На обочине снег, а ямы на дороге наполнены дождевой водой. Но дорожной бригаде все нипочем. Ремонт в самом разгаре. Эти кадры интернет-пользователь Андрей сделал накануне. А это уже свежее видео. И строители снова не унимаются. На этот раз в центре внимания улица Юбилейная. Дорожники, по-видимому, пытаются закатать колею. Вероятно, по новым технологиям. Мы отправили это видео в администрацию города, а вот в пресс-службе губернатора Пермского края советуют жителям о таких случаях сообщать на портал «Управляем вместе».